Приветствую, друзья! Посмотрите, какая стала картина. Все пожелания учтены. И точка здесь опять поставлена, и колечко здесь стало ярче. Да. Но теперь, пожалуйста, скажите, чего еще не хватает? А теперь посмотрите, как освещение влияет на картину. Во! Взгляд немножко другой стал. Ну, вы сами скажите, что там происходит. Еще я сейчас выключу здесь. Включу. Друзья, я хочу вас порадовать, потому что у нас скоро будет два вебинара. Один вебинар с Романом Газенко, и второй вебинар с Шейлой Оливой, моей дочкой. Да, скоро будет, так что там будет нечто такое. Ну, короче говоря, вы узнаете, я беседовал с Романом, и он мне сказал такое, чего я вообще даже не предполагал. То есть я как будто бы знал всегда, но он мне что-то такое сказал, что у меня включилось. И у вас тоже включится, вы увидите. Это очень интересно. И с Шейлой будем проводить вебинар. Это тоже настолько интересно, потому что я смотрю, это же, вы знаете, я сам иногда применяю те методики, которые Шейла мне показывает. Ну, посмотрите. Все-таки дети растут, и они должны быть совершеннее родителей, правильно? До встречи, друзья.